Вчера мечети области были полны прихожан. Жители Приуралья собрались вместе встретить священную ночь. Кадыр-Туне, или ночь предопределения. Побывав в центральной мечети Аким региона, Нариман Туригалиев поздравил всех с праздником и пожелал мира и добра нашему народу. Кадыр-Туне – это одна из нечетных ночей последних 10 дней Рамазана, 27-я ночь поста. В этот день, по традиции, мечети в городе полны до отказа. И старый млад собираются, чтобы вознести молитвы, поминая предков и молясь за благополучие семьи и мира в общем доме. Этой ночью были прочитаны молитвы и проповеди о том, как нужно жить, чтобы вокруг царили взаимопонимание, добро и процветание. Прихожане смогли задать вопросы имамам и получить на них ответы. Глава региона также побывал в мечети, поздравил земляков с наступившей священной ночью. Священный месяц так быстро закончился, осталось всего 2 дня. Сейчас мы встретились в ночь предопределения. Это время, когда мы возносим молитвы, понимаем, что мы вместе и рождены для того, чтобы нести добро в этот мир, помогать ближним. Хочу пожелать, чтобы эта ночь принесла всем радость и надежду на день грядущий. Пусть ваши молитвы будут услышаны. До завершения месяца Рамазана осталось всего пару дней. Айт-намаз будет прочитан в 7:30 утра 21 апреля.